пока что особо никто не ходит, так что сильно не переживай. Кстати, если ты не откроешь дверь, то ее откроют за тебя, и тебе будет хана. Поэтому смотри внимательно камеры, не переживай за планшет. Я уже... Скажите... Слушайте, блядь, деньги заплатил, да? Ну что, меня не пускает, блядь?
Ай. Привет, Лёха, наконец-то ты живой. Короче, в этой ночи мы сделали небольшой ремонт в подъезде, добавили вентиляцию и починили. Вентиляция на данный момент просто проветривает помещение, но в третьей ночи по ней могут ползать всякие бабки и деды. Лифт, кстати, нужно иногда просматривать, чтобы там никого не было, иначе тебе придется врубать свет. Просматривай камеры, ведь тебе могут просто отрубить электричество, и ты просто сдохнешь. Следи за гайками, домофонами и остальными подъездами. Удачи! Жалко мне, все же ты моя, я ему отрежу яйца.